Итоги Олимпиады подводили на минувшей неделе у главы государства. Несмотря на то, что две серебряные медали – не худший результат в истории, Александр Лукашенко предсказуемо остался недоволен позицией в медальном зачете. И хоть формально совещание было посвящено недавним играм, разговор получился далеко за рамками Олимпиады. На уровне президента обсуждали, как жить дальше в условиях серьезных санкций. Александр Лукашенко удивился сетованием о давлении на спортсменов и посоветовал чаще проявлять бойцовский дух при отстаивании собственных интересов. Так крепко подготовили спортсменов, что приехали эти, о которых Басков говорил, легионеры, играть в Словакии за сборную. И даже на Олимпийские игры не попали. Так зачем нам их готовить? Радоваться надо, что наши выступают в НХЛ, КХЛ и так далее. Ладно, пусть выступают в разных командах. Но они собрались и сборную вывели хотя бы на Олимпиаду. А в противном случае зачем это надо? Поэтому что тут говорить про этот хоккей? Это отвратительная игра. Нету духа такого. Ну посмотрите на латышей. Там-то их всего занимается спортом 20 человек. Еще 5 откуда-то добирают, едут и молотят на всю катушку всех. Они приехали бороться за страну. А у нас гимна не знают спортсмены. Для них значок повесить на лацкан или еще куда-то? Ну что, да вы что? Меня же там будут банить или как там называется у вас это в интернете? Это что, спортсмены?